36-летний Тимур Юнусов. Тимати старается в своем плотном графике находить время для сына. Так он отменил все дела и остался дома с малышом. Рэпер показал, как началось его утро. Вместе с двухмесячным сыном он лежал в постели, смотря фильмы на мобильном телефоне. В кадре артист прикрывается простыней. Маленький Ратмир находится рядом с отцом. Ребенок одет в светлый комбинезон. Тимати и Анастасия Решетова намеренно скрывают лицо наследника, поэтому мальчику на фотографии добавили стикер с солнцезащитными очками. Музыкант признался, что лучший выходной для него – это время, проведенное за просмотром контента стриминговых сервисов. Тимур уточнил, что, пока он наслаждался общением с маленьким сыном, его возлюбленная поехала по своим делам. Понедельник – день тяжелый. Поэтому пусть мама работает, а мы останемся дома смотреть Netflix, сообщил руководитель лейбла Black Star. Внимательные поклонники музыканта сделали подробный анализ этой фотографии. Так, они обратили внимание, что Тимати спит без подушки, а подушка его возлюбленной очень мятая. Сразу видно, кто ночью спит беспокойно, если судить по мятой подушке Насти, с юмором заметила одна из подписчиц. Фоловеров также заинтересовала повязка на голове рэпера. Оказалось, что она защищает от электромагнитных излучений. Она от излучений, которые исходят от Wi-Fi и прочих атак современного мира. «Мы тоже с мужем такую носим», — призналась поклонница по имени Елена. Отдельного внимания фанатов удостоилась соска Ратмира. «У вашего сына даже соска от Black Star», — иронично заметил подписчик. Недавно Анастасия поделилась нежным кадром с Тимати и их сыном, лежащими в постели. Решетова призналась, что вернулась к спортивным тренировках. Так, она похвасталась впечатляющей растяжкой. Модель также заявила, что из-за этого у нее начались проблемы с молоком.